Всем здравствуйте! Сегодня мы сделаем небольшой обзор по 11-му каталогу Faberlic, который называется «Замиксуй лето, замиксуй счастье» с таким летним призывом. Ну и сейчас мы узнаем, какие миксы появились в этом каталоге. Добавим в нашу летнюю коллекцию духов вот эти три туалетные воды. Это априкот, растберри и мелон. То есть абрикос, малина и дыня. Настоящие летние ароматы. Первый наш микс – это априкот плюс white tea плюс бергамонт. Добавь ломтик сладкого абрикоса в ледяной чай с бергамонтом и отправься на летнюю прогулку. Нет ничего лучше освежающего напитка в жаркий летний день. Это правда. Вот в такой упаковочке приходит новый аромат. Вот он. Переходим дальше. Мелон плюс аква. Почувствуй вкус сочной спелой дыни, ощути освежающие брызги прохладной воды и перенесись мыслями на залитое солнцем морское побережье. Эх. Хотелось бы на море. Да и не есть, а море нет. Ну да ладно. Вот такая красивая упаковочка. Напоминает нашу обычную дыню торпеду. Вот она, новиночка. Ну и из старых нам предлагают микс Lilas и Apple. Насладись прохладой тенистого летнего сада. Вдохни душистый аромат сирени. Сорви с ветки ароматное яблоко. Открой любимую книгу и погрузись в историю, забыв о времени. Ну и также с новым ароматом Raspberry. Тоже красивая упаковочка. Представлена, как малина цветет и как малина плодоносит. Raspberry плюс Violet плюс ванила. Аромат сладкого ванильного десерта со свежей малиной позволяет мгновенно очутиться на солнечной веранде любимого кафе теплым летним вечером. Да, почувствовать это прекрасно. Вот она наша новиночка, наш микс. Приступим к следующим страничкам. Ну а теперь уже странички с подзаголовком «Сама себе». И переходим мы на страничку «Сама себе визажист». Видим интересную форму сыворотки «Хайлайтер». Она напоминает форму как масло для кутикулы с такой же пипочкой. Саму форму как лак. Здесь ее нам предлагают смиксовать с увлажняющей пудрой для лица Мои Стенмета. Ну, а эту пудру смиксовать с запеченным бронзером для лица. Макадамла Бейкд Бронзер. Интересный микс. Ну и, конечно же, новинки. Кремовые румяна для лица Cheek to Cheek, что в переводе обозначает «щека к щеке». Летние названия – сочная папайя, сладкие личи, спелая маракуйя. Все, что нужно для лета. Переходим к страничкам «Сама себе скульптор». Это продукция Samba del Rio и три комплекта – пляж, джунгли и океан. Вот он комплект пляж. Кстати, тут есть микс. Скраб для тела и крем для упругости ягодиц под названием пляж. Комплект джунгли и комплект океан. Мисс для тела. Очень хороший аромат. Насыщает бодростью. Ну и пена для ванны океан. Тоже очень хорошая. Понравилось. Ну и как без микса? Конечно же, я объяснила вам уже этот микс. Предлагаю вам составить микс самостоятельно. Сразу составим микс из всех гелей для душа в этом каталоге. Это джунгли, океан и пляж. Интересно, что же у нас получится? Какой же аромат будет в итоге? Пробуйте и наслаждайтесь. Я попробую вместе с вами. Та-да-дам-пам-пам. Все для комфорта малыша. И опять же новинки. Детские гигиенические влажные салфетки. Приходят с заказом очень большие. Большая упаковка. 50 штук в ней. Артикул 29-23. Если кому надо. Но пока не пользовались, жирафик красивый.
Также, что еще брали из старой коллекции, это детский шампунь-гель для душа. Когда моешь голову, после употребления голова долго не чешется. Также брали мультифункциональный бальзам для малыша и мамы. Но мне понравился, нормальный, подходит для ежедневного применения. Ну и продукция никакой путаницы. Детский шампунь-гель для душа и детский шампунь-бальзам – это то, что я брала с этой страницы. Детский шампунь-гель для душа мне не очень понравился. Волосы на второй-третий день склеиваются и я как бы вообще не мыл. Мне не понравилось. С этой странички я не брала ничего. Здесь детская пена для ванн, меняющая цвет. Я не увидела смену цвета из желтой пены в синий океан. Такого у меня не было. Это серия «Купайся, играй». Малиновые и ароматные чудеса. Компотик, шампунь-бальзам. Coconut Dream. Кот апельсин. И бальзам для губ малиновой мишки. Это все, что я брала с этой странички. Перечислю это все. Бальзам защитный для губ, кот апельсин. Мне понравился не очень, быстро вылетел стержень при использовании. В отличие от этого, бальзам для губ малиновой мишки мне очень понравился. Есть легкий аромат, стержень не улетает, но все-таки нежелательно выкручивать слишком много. Компотик, шампунь-бальзам, очень яркий такой, насыщенный аромат, аромата много, красивая упаковочка, вдохновляет. Ограничение 3+. Ну и вообще мне понравился этот шампунь-бальзам. Coconut Dream. Насыщенная формула крема бережно ухаживает за кожей. Питает и защищает от обветривания и шелушения. Да, крем для зимы хороший. Мне тоже понравился. Ну и переходим к детской косметике Pretty Kitty. Как мы видим, новый лак. Это «Волшебное море» 71/96 артикул. Новый бальзам для губ «Мороженое» 41/138. Приходит маленькая. Ну, сама форма красивая. Закрывашка такая же, как у этого бальзама из самой первой серии Pretty Kitty. То есть, вот здесь есть такая выемка. Одеваем, закрываем. До щелчка. Наш бальзам закрыт. Также работает бальзам для губ «Малиновая Китти». Не пробовала, не брала. Не знаю, как он написано. Имеет легкий малиновый оттенок. 41/160 артикул. 8 грамм. Должна быть, наверное, такая же, как эта. Не знаю. Палетка теней для мамы и дочки. 9,9 грамм. Может быть, и эта палетка придет достаточно большая. Ну, плохая новость для маленьких модниц. В следующем каталоге лаков для ногтей и палетки не будет. Очень жаль. Расскажу немножко про посуду, которая вдохновляет. Секрет идеальных завтраков. Автоцентрирование тостов для равномерного обжаривания с обеих сторон. И удобный выдвижной поддон для крошек. Вот так тостеры выглядят в моменте поджаривания. Ну и новинка – это сам тостер. Материал нержавеющая сталь, пластик. Размеры 29 на 3 на 17 на 19 и 5 сантиметров. Ну, тостер компактный, нормальный. Есть три кнопки. Это разморозка, подогрев и отмена. 8 степеней поджаривания. То есть от двойки до восьмерки. Это рычаг, чтобы поместить тосты в тостер. Вот такие получаются тосты, когда нажимаешь режим подогрева. Режим разморозки пока не пробовали. Но тостер очень понравился.
Ну и новиночка вдохновления от природы. Натуральный материал и стильный дизайн, конечно же, это фартук ботаника. И вафельное кухонное полотенце тоже из серии ботаника. Пока не заказывали, не пробовали. 100% хлопок. Ну, как и здесь написано, натуральный материал. Главное, стильный дизайн. Да, цветочки очень красивые. На рисунке мне нравятся. Новая коллекция одежды. Футболочки с цветами. BTS 184 это Гербера. Черная. BTS 182 это Георгина. 180 Мак, 181 Астра, 183 Магнолия и 185 Бабочка с надписью Fabulous, что обозначает невероятно. Здесь внизу бабочка. Красивый принт у футболки Магнолия. Мне она очень нравится. Футболки молочного цвета выполнены из мягкого хлопкового трикотажа. Короткий рукав, круглая горловина и прямой силуэт. Материал 92% хлопок, 8 ластан. Через день у нас намечается праздник. 29 июля, День помады. Ваши улыбки так вдохновляют. Ну и несколько фактов. Ну и на этой странице, которую я хочу снять, есть факт. Более 50 типов улыбок различают ученые. Такие интересные факты. Некоторых, может быть, они удивляют. Ну и, конечно же, еще одна последняя новинка. Лимитированная серия летних увлажняющих блесков коктейлей для губ. Их здесь 5. Заказала я 3. Из всех этих у меня заказаны арбузный фреш, артикул 411-72, спелая черешня 411-74 и блики океана 411-70. Еще пока не пробовала, какие они на вкус, на цвет. Но так просто вижу упаковку, что они очень маленькие, почти совпадают с размером в каталоге. Удивительно. Конечно же, еще хочу попробовать остальные новинки. Это вишневый бум, розовый фламинго. А вот эти 3 у меня уже есть. Преимущество. Невесомая гелевая текстура. Комфорт без липкости. Защита и увлажнение на весь день, глянцевый финиш и полупрозрачные оттенки с мелким шиммером, сочный аромат спелой вишни. Также напоминаю, что цвет продукта может отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей кожи. Это был блеск для губ Cherry Glam, что в переводе с английского обозначает вишневый гламур. Да, ягоды очень желанные для лета. Вишня, арбуз и черешню. Обожаю все эти ягоды, которые здесь представлены. Наслаждайтесь блесками для губ, а мы переходим к концу. Акции для новых покупателей читайте, если вы новый покупатель. Для вас тут в подарок набор косметики для дома Суйон. Ну а подробности на этой странице. Вот он. Наш 11-й каталог 24-го года действует с 22 июля до 11 августа. Наслаждайтесь, покупайте новинки. Желаю вам хорошего шопинга. Всем пока-пока.